Анна немедленно отправилась предупредить отца. Когда она добралась до города, тот поприветствовал ее ревом сирен. Здесь уже властвовал смертоносный газ. Здорово, народ! С вами Олег, и добро пожаловать на четвертое прохождение замечательной игры Valiant Hearts. Будем с тобой играть, ну а ты не забывай подписываться на канал, ставить лайкосик, будем с тобой продолжать. И вправду смотри, смертоносный газ, блин, как только люди, блин, отсюда выносят ноги-то, непонятно. Пока... Не есть что-нибудь в винтаре? Нет, вроде бы ничего нету. Так, там кому-то нужна помощь дальше. Надо немедленно спасти бедолагу. Так. Пропал братик или что? Или мама вон там наверху? Я не пойму. По-моему, мама. Там под завалами так. Все, женщина упала в обморок. А как нам ее спасти-то? Как-то так. Подожди-ка, только давай мы сперва тут сразу все с тобой осмотрим, может быть что-то найдем, чтобы по 10 раз не ходить. И да, тут заметочка, письмо шотландского солдата. Просто замечательно. Что-то дала нам. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Деревянный волчок. Так, а здесь мы можем что-то сделать? Я не знаю. Там. Найти там что-нибудь, например. Ой, сердечки нам поставили, смотри. Лайкосики. Прикольно. Так, и кому-то еще там нужна была помощь? Вперед нельзя, да? Так, там нам уже с тобой не пройти. Ничего там у нас часом или нет? Ой, какой падкий в этот мост. Шестерня. Шестерня, а куда мне ее использовать? Где-то там, что ли? А там это тогда что? Там ничего нет. Странное такое ответвление было. Ладно, окей, а тут что у нас? Тоже ничего нет. Допустим, ладно, давай пока что так. Оба, а, нифига себе, какая шестеренка огроменная. Блин, как ты так подняла? Оба. Так, эту давай мы с тобой заберем. А я могу эту забрать? Да. Так, эту. Нет, это явно, наверное, не отсюда. Как-то, допустим, типа так, окей. Еще должна быть какая-нибудь средняя, наверное. Что-то вниз там где-то упало. Да не сюда, вот сюда нам. Да куда ты ее несешь? Ну или как-то так, окей. Видал, что колокол всемогущий делает?
пробивает дыры в полу. Ой, сейчас сколько лайков будет, сердюшек нам поставить, сердечек. Подожди-ка, я там могу же пройти, да, теперь? Да. Кому-то сильвупле понадобится моя. Жить, мужичок, с ноготок. Ого, у него там хрустнуло. Мерси Боку. Мерси Боку. Сломанная трость, окей. Надо же, можем пройти, смотри теперь. А куда газ улетучился? Ой, бежим. Их сейчас опять потравят, наверное. Так, нужен рычаг, окей. Да чё, как всегда, кому-то помощь нужна. Да, я могу подвинуть. Ну, допустим, давай, окей. Держитесь, мэм, я вас спасу. Наверное. Другой раз. Так, а тут что у нас? Оба, там нужен ключ. Подсказка, может, какая-то 1-4, либо 14. Странно, что это может быть? Да, можно проход-то проломить, там пройти нет, навряд ли. Мэм, я не знаю, как вас спасти. Подожди-ка, давай обратно сюда. Чашка или читку? Ипр, город в руинах. А это что? Ночной горшок. Ну, я думаю, в объяснениях он не нуждается. В него просто опорожняются. Мэм, вы где? Подожди, тут цифры какие-то, смотри. 2, 6, либо 116. И там 14. Что это может значить-то? Не, ну правда. Подожди, ну там наверху тоже была такая картина с поездом, у которой цифры были римские 2 и 6. Ну, либо 116. Может быть, по ней тоже наш надо по этой картине? Ну, точно, смотри. Гениально, блин. Картина. Стереоскопический фотоаппарат. Опять эти картины, блин. Римские цифры, это обозначает их порядок, да, ввода. Получается, первая цифра у нас идет 4, там, где книжка. Вторая идет шестерка, там, где поезд, где римская цифра 2. И вот здесь, вот на бумажке, римская цифра 3, 8.
468, значит, код. Давай-ка попробуем. О, есть. Какая-то лаборатория или что это? Ого, тут самый дирижабль. Такие ловушки, которые мы с тобой проходили. Тут чокнутый немецкий ученый, может быть, жил какой-нибудь. Какая-то формула, смотри, химическая формула. Кубочки. Рукоятка. Так, а там у нас были с тобой дети, да, динамитные бомбы. Нужно нам их с тобой поднять с помощью этой ручки через тот колодец. Сейчас мы с тобой так и сделаем. Скорее всего, с того колодца и забросить туда девочку, и мы с тобой откроем там проход, как-то так. Ну да, все верно. Надо точным попаданием нам попасть туда. Вот туда, вот в окно. Гувернантка рассказала ей, что отец, талантливый ученый, был похищен бароном фон Дорфом, одержимым идеей поставить науку на службу войне. Анна отправилась искать барона. По пути она встретила Эмилию и Фредди. Сама судьба свела их вместе. Они пережили ярость врага, его пули, бомбы, газовые атаки. Отец был совсем рядом, и Анна не могла позволить себе его потерять. Нельзя было нам идти, нифига себе. Эй! Ну-ка, песель пас. Так, подожди-ка, давай-ка залегаемся. От кустика к кустику будем идти. Так, что-то нашли. Статуэтка Девы Марии в футляре. Voilà.
Вегата Астадабай. Спасли, блин, жизнь человека, чтобы его взяли в плен. Ну окей, наверное, он так задумал. Фига себе, там смотри, все, что от дирижабля осталось. Жизнь и смерть цепелинов. Надо найти нам где-то с тобой. Письмо солдата. Дорогая моя Эмма, мы отступаем. Наши теперешние позиции совершенно не годятся для обороны. Не беспокойся, я по-прежнему в добром здравии. Мы собираемся оставить Реймс врагу. Это очень красивый город. Надеюсь, дома все хорошо. И ты по-прежнему преданно заботишься о наших родителях. Думаю, пленные стали вам неплохим подпорьем. Твой Зигфрид. Сломанный пистолет. Пистолет П-08. Кабина этого цепелина, смотри. Блин, и чё, тебя прям никак не потянуть, да? Окей. Нам надо наверх, а давай посмотрим, что тут есть. Так, а там что-то есть, какая-то банка. Консервная банка, тушенка или что это такое, я не знаю. Пустая даже банка. Oui, bon chien. Так, а что нам с ним делать-то? Не пройти. Окей. Мы с тобой лазим по цепелинам, ты прикинь? Лишета. Ну-ка, давай-ка попробуем по снаряду попасть. Фига себе, там бахнуло. Так, давай, наверное, если ты его тяни, а я вот тут потяну за ручку. Ну, песик, тяни его, алло. Валь! Эй! Паси, Валь! Четвертый раз на него, блин, вагонетку-то не положили от цепелина. Кабину. Сколько раз прожимать-то надо, блин. Как скидать, да что-то пойдет не так. Выиграю персонажа. Не понял. Так, подожди, капюсель, давай тяни там, а я потяну тут.
Ну-ка, давай-ка вернемся обратно. Это микстурка или что это? Стерилизирующая жидкость. Стерилизующая, то есть. Блин, ну так и будет ходить, да? Али! 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 Эй, во! Может быть, давай-ка возьмем динамит и попробуем сыграть тут. Ну-кась. Надеюсь, это было бесшумно. Не-не-не, надо обратно дать собаке ручку. Давай берем ручку. А чё, солдатика нельзя подорвать? Бомбой. Бимбой. Ладно, поварёшки его глушили и так. Сойдёт. Не, оставь ручку уже в покое. Ну-ка, давай-ка еще разок попробуем. Ага, вон как оно, да, работает. Давай быстро кидай. Так, надо опять поджечь парус этот. О, как-то так. Не буя. Возьмем давай на всякий случай. Победа была для Анны довольно горькой. Тяжело раненый Карл был отправлен в Стальным, им пришлось бороться со стужей. Прибывшая утром почта подняла солдатам дух. Но от Мари пришли дурные вести. В Сан-Миэле правили бал, болезни и голод. Умерших было все больше. Но среди печальных новостей был и лучик света. Фотография внука, Виктора. Он уже вставал на ножки и учился ходить. Так, нам нужно перо и чернила. Чтобы написать, не знаю, открытку, либо... Типа ему нужен носок, короче, он нам даст чернила, да? Типа грязный носок у нас, ты офигел, что ли, блин? Так, как-то с печкой нам надо взаимодействовать. Я думаю, что, наверное, придется там кипятить воду. А тут у нас что? Оба... Окей. Носок закинули, вон он наш носок. Забираем его обратно, чистютки.
Так, а ты что такое? Фронтовой рацион. Так, я думаю, нам пока что с тобой сюда еще рано идти. Подожди, а что ему надо? Ага. Мне выдача еды запрещена или что-то вроде бы того. Давай разберемся с этим носком сперва. Мужички смеются. О, ну и вонище от этого носка. Так, давай этому отдадим. О, чернилки. Так, теперь мы сможем, да, наверное, написать открытку. Наш уголочек такой. Перо нам теперь нужно. Не знаю, пис общипать, что ли? Так, туда я могу пройти? Нет. Ну и ладно. А вон и птица, кстати, смотри. Слышь, птица, дай перо. У нее еще сумочка и касточка такая, или что-то вроде бы шапки у птички. Блин, а как нам еду получить, чтобы птичка прилетела сюда? Блин, дайте мне хлебушек. Оба. Чего ты смеешься там, угорает своим одним зубом? О, подожди, нам надо отойти. Окей, давай отойдем, может быть. Птица стесняется. Так, давай заберем песня. Окей. Так, собак and фас. Ну и так пойдет. Все, пошли писать маляву. Моя милая дочь, я узнавал про Карла. Его жизнь вне опасности. Он все еще в лагере к югу от Реймса. Надеюсь, мне все-таки разрешат его повидать. Спасибо за фото. Оно много для меня значит. Валим, валим, валим. Приколюха. Жаровня. Пожарная касочка, что ли? Я отойду. Ядрит Мадрид. А что так жарко постало? Так, от этого надо как-то мансить. Гася, блин, в пачку попала 18 месяцев спустя. Заметочка, ребятки, была. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, это было рядом. Не знаю, давай динамит прихвачу. Нет, нельзя. В смысле меня, блин, прибило снарядом? А как? По таймингам уже вроде бы все успел. Офицерский свисток, да. Oh.
аккуратнее-то достать-то. Давай, облизай ее. Валёвнушка, и давай попробуем подорвать снаряды эти. Хороший быстрый. Письмо тунисского солдата. Блин, сколько мы с тобой интересных вещей находим. Оба, тоже подорвать, да, наверное, надо? Нет. А что нам тогда это, может быть, разогнать надо как следует? Либо как-то починить колесо, это что это такое? А чем мне это дело починить? Следуем, разгоним это все дело. Еще, наверное, надо будет кинуть. Началось, блин. Пулеметчик идет. Так, все, давай. Все у нас, походу, будет связано с бревнами. Да, подальше отойду. Нельзя того бревном огреть, блин. Блин, не бревно прям, у нас не полено, а какое-то орудие убийства, блин.
войны! Как нам надо к пушке, окей. Ой, боже. Я думаю, это нам пригодится. Лимонка. Герой мировой войны. Так, давай это прихватим. Это явно нам с тобой 100% пригодится. Какой-то шкафчик. Вон какая-то гаусс-пушка. Я не знаю, что это такое. Как это сюда, да, наверное? Что она делает? Вот так вот что-то двигает. Так, а приколюха есть тут какая-нибудь? Ого. Ключик с тобой нашли. Так, и давай сразу вот этот туда пихнем. Пойдем сперва откроем тот шкафчик. Подожди. А. Мне надо сначала передвинуть, да, кран этого. Окей. Так, а это что, откуда вот отсюда? Куда-то по мельнице стрелять, что ли? В деревья? Нифига себе, блин, прикольно. Верда. Так, наверное, да? А потом что? Подожди, вот мельница, а куда мне стрелять-то? Прям по мельнице, что ли? Да, что ли? Ну да. Мощная артиллерийская поддержка Эмиля позволила полку Фредди без потерь пробраться в тыл. Браво, Фредди! Билл, спасибо большое. Командование узнало о боевых подвигах друзей и решило наградить их за проявленную храбрость. От Анны тоже пришла добрая весть. Карл быстро поправлялся и уже мог ходить. Тем временем верденская мясорубка продолжала крутиться. Потери ужасали. 70 тысяч убитых за месяц. Давай-ка. Оба. А тогда нельзя было делать подкоп, что ли? Тут. Алло. Ризадан. Орду Амон. Шандарахнул лопаткой. Эмил! Hurry up! Эй, что ж там?
Нифига себе. Огнеметы. Подожди-ка, а что если мы с тобой возьмем вот это вот чучело, поставим вот тут и попробуем ту тележку с дровами подвести и поднять это все дело наверх? Ну типа будет же смог, да? И мы сможем потом пройти, нас не будет видно, что-то типа вроде бы того. Попробуем, давай. Ну да, вон оно горит, допустим. Только оно нам что-то даст? Не знаю. Дожди. Дым наверх сможем запустить. А чтобы для чего? Чтобы выкурить того, да? Окей, давай тогда спускаем нашу тележку. Я надеюсь, она не потухла. Ух, хорош, а как ты здесь оказалась? Прикольно. Блин, какая тяжеленная. Дыши на стороне. Так, а нам-то что теперь делать? Так, нужен динамит. А как мне его взять? Мы же не можем с этого персонажа сыграть, чтобы... Тот разбил ту кучу с мусором. Не знаю, давай пёселя попробуем наверх поднять. Он же не сожжёт собакена. Дай ему. Было бы странно, если бы он сжег собаку. Ну чё, фриц. Держи гранату. Ты чё, он чуть нашего собакена не подпалил. Ага, подожди, вон как это надо сделать. Надо, чтобы он использовал огнемет, и мы в этот момент кинули вот эту вот сосиску. Так. Давай, давай, вали. Так, не знаю, собакин, иди пока туда. Кольцо, что ли? Немецкое кольцо. Там не пройти. Давай-ка сюда. И вот так вот тебя. Газовая печь. Так, подожди.
Тут что делать-то? Так, собака, ну там не пройти. Типа я смогу поджечь, и что это даст? Давай тогда попробуем с той стороны прокинуть. Может быть, дверь подорвет. Ой, собакен! Я рад, что с тобой ничего не случилось. Или нет? Блин, надо как-то в этот, да, закинуть. Ох, что да. Да ладно, я промахнулся. Чётенько попал. Нормально. Vorwärts, Sauhaufen! Kein Pardon! Los, 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 los! Так, давай-ка тут наверху чекнем. Может, пеленушку найдем. У меня тут только чертежи всякие, все. Так, а как нам это теперь снести? Как-то так, да? Так, ну давай, загорайся. Понастроил тут, блин. Да.
что с тобой делать-то? Так, а тут где-то, по-моему... Можно было за этого, да? Из-за Эмиля прожить. Там землю, я помню. Да, вот тут, по-моему. Развалили его за трактор. Хотя форт был частично разрушен, немцы смогли его удержать. Операция провалилась. Глава 3. Маковые поля. Родная моя, война забрала у меня лучшего друга. Он был для меня как брат. Я не представлял, как трудно будет проститься с ним навсегда. Есть и хорошие новости. Карл сейчас вдали от фронта. Он поправляется. Увижу с ним, как только смогу. Напиши про себя. Как вы там? В Сен-Миэле стало спокойнее? Карл узнал, что все стало намного хуже. В последнем письме Мари сообщила, что их сын тяжело заболел. Карл понял... Войне не будет конца, и принял решение – нужно бежать. Ну что ж, дорогие друзья, подошло наше прохождение к завершению. Будем с тобой уже в следующей серии проходить третью главу. Я надеюсь, тебе понравилось. Не забывай подписываться на канал, ставить лайк. До скорой встречи. Пока.